Я думал стать президентом. Это так круто, когда бабки дают. Попадал в список Forbes? Типа, выбирай, подписчики или деньги. Я смотрю, ты как-то нервничаешь. Когда последний раз плакал, как маленькая девочка? Не-не, штаны снимать не надо. Всегда дилдо подкладываю. Я необычный блогер. Первый раз всегда больно. Брависсимо. У меня такое ощущение, что я сейчас где-то в Африке нахожусь. Всем привет, друзья! Это шоу «Ночной контакт» у нас сегодня. Прекрасное настроение. Вы знаете, когда я наблюдал за своим сыном, которому 8 лет, я думал, вот когда вот этот человек из телевизора, на которого смотрит сын, появится в шоу «Ночной контакт». И наконец-то он появился. Друзья, у нас в гостях сегодня популярный блогер Влад Кобяков. Давайте поприветствуем его. Это я. Влад, это Костя. Фамилия у него Пушкин, она реальная, это не псевдоним. Он может задавать какие-то интересные вопросы. Слушай, ну он выглядит ненадежно. Он выглядит ненадежно. Ты в кофейне работаешь. Да, вот прямо здесь на выходе. Костя, это популярный блогер. Так. И ты знаешь, что к нам в гости много приходило блогеров. К сожалению. Они еще будут появляться, подожди. Опять же, к сожалению. Так. Это позволило нам создать универсальный тест, который с филигранной точностью определяет, что за блогер пришел в этот раз. Давай прямо сейчас я буду озвучивать узнаваемые факты про блогеров. А ты говори, было у тебя такое или нет. Окей, погнали. Участвовал в боях с другими блогерами? Нет. Нет. А снимался в фильме или сериале в роли себя? Были предложения, но нет. Так. Делал кликбейтные заголовки к своим роликам, которые не соответствовали содержанию. Да. О, попался. Все, дальше не надо. Подожди, нет, сейчас вот классный момент. Выступал на дне рождения у богатого ребенка. Давай, рассказывай, подожди. Какой класс. А что ты на Костю-то сразу посмотрел? Так это я его заказывал. Так у него выступал. Ну, это ж круто, когда ты приезжаешь и видишь аудиторию. Дают. Это так круто, когда бабки дают. Нет, когда ты да несешь творчество это. В люди. Да и, подожди, и вот, бабки, вот он правильно говорит. Какое дают. Творчество в люди на корпоративе? О чем ты мне говоришь? Да. День рождения богатого ребенка? Нет, ничего хуже. Что ты мне рассказываешь? Ребенка богатых родителей. А я думаю, что я имел в виду. Подожди, а самый младший возраст, вот у которого ребенка ты был? 3 года. 3 года? 3 года! 3 года? Он ничего не понимал. Он просто смотрел. Писался и какался. Ты думаешь, подожди, отлично. Он просто смотрел тебя по интернету? Нет, он просто смотрел на меня, когда я приехал. Да. И не понимал, зачем я приехал. А самый старший возраст, кому ты приезжал? Только не говори, что какому-нибудь дедушке на 60 или... 45. 45? Ну, наверное, 40-45. Подожди-ка, а не баба ли это ягодка опять была? 45, а в душе ему 6. Может быть и такое. Больной потому человек, в смысле? У ребята такой. Контента больше для детей. Для детей. Ну, я, кстати, сейчас начинаю повышать свою возрастную планку. Так. И на своем канале кулинарном Кобяков начинаю снимать ролики. Учу готовить, пробую еду, тестирую, рассказываю, что лучше. Поэтому это интересно не только детской аудитории, но и взрослой. Мне периодически мой отец звонит и такой, я придумал идею для твоего канала. Батя звонит тебе, накидывает тебе? Да, накидывает, говорит, надо позвать кого-нибудь из артистов и снять типа передачи «Смак». Я такой, ага. Да, папа. Такая свежая так идея. Сделаю. Этого не было никогда. Супер. Вот, но, тем не менее, даже взрослые смотрят. Давай дальше. Тест продолжается. Костя, ты на самом деле для себя фиксируй. Делал коллаборацию с артистом, с которыми не хотел? Нет. Нет. Всех? А с кем делал? Да, в принципе, мало коллабораций делал. Потому что ты самостоятельный парень. Да нет, просто раньше я не понимал, как мы можем взаимодействовать там, по каким-то видеороликам или там, по песням. А потом, когда уже стало появляться понимание, чем я хочу заниматься, так. Я вот начал ходить на шоу «Ночной контакт». И начал это одна из ходить первых... на шоу «Ночной контакт». Пришел ты так сказал, шоу... как будто ты 15-й раз здесь уже. Пришел на шоу «Ночной контакт», поэтому это одна из первых коллабораций. Ты стал ходить по шоу? Нет, это первое шоу, он в которое начинает. Я пришел. Но после нас ты пойдешь в другие шоу? Я подумаю, я посмотрю, как вы сегодня я вот первый будете раз со мной общаться. Сегодня. И это решу. Мы посмотрим, дружочек. Конечно. Я смотрю, ты как-то нервничаешь. Ну ладно, первый я раз не нервничаю, всегда, у вас сиденье неудобно. Первый раз всегда больно. Так. А первый раз на шоу, когда приходишь, всегда кресло неудобное. Да, всегда дилдо подкладывают. Так бывает. Давай еще такой вопрос. Попадал в список Forbes?
Нет. Нет. Устраивала вечеринку по поводу нового миллионного подписчика. На первый миллион, да, потом понял, что хрень. Второй миллион пришел очень быстро и нельзя так часто. А ты побил какой-нибудь блогерский рекорд? Наверное, по количеству прослушиваний трека «Пушка». Ты поешь? Да. Ничего себе. У меня за песню «Пушка» платиновая пластинка. Сколько послушала? Ну, я предполагаю, что в районе миллиарда, с учетом того, как у нас велась статистика по прослушиваниям. Можно аплодисментов дать? Миллиард прослушиваний треков. А кто в основном слушает, подождите, вот именно тебя, вот именно трек «Пушка»? «Пушку» реально знают, знают все дети, так. Вот реально все дети знают слова песни «Пушка», припева. Это... И их родители. Потому что она у многих играет на постоянке. Ты типа Ералаш? Ну, это типа Ералаш и типа по полям синий трактор едет к нам. Да. Потому что там вариантов нет. У вас был Денис Кукаяка в гостях? Денис Кукаяка в гостях у нас не был. Не был. Не был. Но вот у Дениса Кукаяки есть дочка, она супер моя фанатка. Угу. И Денис записывал в декабре историю, что, ну, короче, по итогам года трек «Пушка» в кукаяковской семье стал самым прослушиваемым треком. То есть они его там решили. Больше 200 раз прослушали, то есть каждый день практически звучал трек «Пушка» в кукаяковской квартире. Да, поэтому родители тоже знают этот трек за счет того, что дети его на постоянке слушают. Летал в Дубай на Новый год? Нет. Нет. Написал автобиографию о своем пути к успеху? Обязательно напишу. Понятно. Создавал свой уникальный мерч? Ты спать внезапно захотел или что? Мерч — это одежда, если что. Нет. Купил себе золотой гелик? Нет. Разыгрывал гелик среди подписчиков? Он же не купил. Не, ну левый какой-то. Игрушечный. Ворованный. Они-то какая разница, блогеры, они разыгрывают. Типа, у меня нет гелика, но мой друг блогер Вован, я хочу разыграть его гелик. Подпишись на него, на меня. Угу. Выстрой схему и получи. И золотой гелик. Сейчас мы его подожжем. Тебе надо прекращать это смотреть, Стас. Ты смотришь неправильные каналы. Я, нет, не разыгрывал гелики, но у меня сейчас знакомый разыгрывает Range Rover игрушечный. Я вот тоже подумал, может быть, мне... Ну, блин. Это игрушечные... Но это как раз не моя аудитория. А рекламировал ставки? Нет. Нет. Это вообще максимально против этого. Серьезно? Да. Через 10 лет поговорим просто. Хорошо. Не, реально я против ставок, потому что, ну, ты ж обманываешь свою аудиторию. А в чем ты обманываешь аудиторию? Ставки — ну, это... Ну, как это ставки? Нормально. Я не... Это не, да? Не казино. Я тоже согласен. Сам же решаешь, ставить или нет. Ну, как правило, ж, ты заходишь путаешь. На этот сайт. Нет, почему? Ты заходишь на этот сайт. Так. Чуть-чуть там вот на этом сайте ставки, так. А дальше там рулетка, автоматы. Не-не-не, дружочек, ты путаешь. Ты спутаешь с порносайтами. Там такого нет. Ставки, ты заходишь, там тебе говорят, вот весь футбол, ставь на какую-нибудь команду. Вот Челябинский трактор играет против хоккейного клуба «Динамо Минск». Я, кстати, приезжал часто. Да. Я поставил на трактор, он проиграл. Я кричу, трактор, вот. Ты меня обманул? А ты же играешь в хоккей, да? Да. Прикольно. Вот ну тебе да. И ответ. А дальше сам думаешь, что это значит. Так, ладно, смотри. Наша вычислительная машина в лице Кости Пушкина проанализировала твои ответы и готова поделиться результатом. Какой тип блогера перед нами? Он был там вообще один только ответ подошел, поэтому ты не блогер. Может, я не обычный блогер? Нет. Мой тест никогда не обманывает. Так что, тогда все? Чувак, попробуй ЕГЭ. Тогда все, у нас в гостях не блогер Влад Кобяков. Поаплодируйте, пожалуйста. Так, у нас вопросы от зрителей в студии сегодня есть, потому что они знали, что ты... Спасибо, Господи, огромное. Опа. Все вы знаете. Тут почерк разный. Зачитывай вопрос и, соответственно, отвечай на него. Влад, если что, я помогу тебе... С почерком. Почерк? Давай. Когда последний раз плакал, как маленькая девочка? Вот, давай выясним. Очень интересует вас, когда в последний раз ты плакал, как маленькая девочка. И было ли вообще у тебя такое? Слушай, да мне кажется, у всех бывает, потому что творческие люди, они, как правило, очень эмоциональные. И... Костя очень эмоциональный. Да, но я просто плачу, как маленький мальчик.
Ну, по твоим глазам видно. После каждой программы. Ничего страшного. В общем, ну, бывает. Периодически просто садишься такой и начинаешь что-нибудь вспоминать. Но нет, таких прям истерик. Почему он это говорит периодически? Просто непонятно, почему ты плачешь. Это он сейчас сам с собой разговаривает, а ты на это реагируешь просто. Я понял. Это что тебе послушалось? Что я ничего не говорил? Жарко? Я опять что-то вспомнил. Ничего, не стесняйся, плачь. Рассказывай мне, братец, если что, я на твоей стороне. Я на твоей, подожди. Но смотри, сильно не поворачивайся, там может в спину прилететь потом, понимаешь? Какая у тебя жопа. Костя! Давай следующий вопрос. Давай следующий вопрос. У нас бывает и так. Вот только что плакать за тебя начал. Пожалуйста. Если что, водичка. У нас был в гостях не блогер Влад Кобяков. Все, я готов. И снова у нас в гостях блогер Влад Кобяков. Да! Да! Не, на самом деле, ты смотрел ролики когда-нибудь с сыном, как я смеюсь иногда? Не знаешь, как я смеюсь? Лучше этого не слышать, потому что... Серьезно? Да, а посмейся, пожалуйста. Пожалуйста. Посмейся, пожалуйста, а я Ярославу своему скину, смотри, честное слово. Ну, Сейчас. У меня есть секретный способ, когда я раскалываюсь, отходить от света. Ты без руков какой-то, готовишься к каждому выходу, что ли? Он просто... Мне кажется, он просто сидит, я популярный. Никогда еще в шоу «Ночной контакт» не было интервью в виде пантомим. Свет, люди, телевизор. С кем из блогеров корешишься? Вот ты здесь? С кем из блогеров ты решишься? Корешишься. А, корешишься. Я думал, решишься. Я думал, нифига себе вопрос. Нифига себе, да? С кем из блогеров ты решишься? С кем корешишься? Да слушай... Послушай внимательно. Что покоришь? Тихо, ребят, чего вы смеетесь? Ничего ж смешного. Конечно. Короче, я так, чтобы дружить сильно, не дружу ни с кем. Но со всеми стараюсь общаться, и если мы видимся на мероприятиях, то мы разговариваем, там, спрашиваем, как друг у друга дела. Ну, тебя связывают, в общем, с блогерами рабочие отношения. Да. Больше. Да. Поэтому не могу сказать, что я прям корешусь. Твой лучший друг не из мира блогинга. У меня Дима лучший друг. Дима? Дима. Да. Ну да ладно, что с кем не бывает. Дима так Дима. А вы откуда эти вопросы взяли? Зрители пишут, приходят, вы? Пишут, да. А что там, нарисовано что-то? Написали. Ты недавно женился. Поделись своими лайфхаками семейной жизни. Ну, я еще не женился. Я сделал предложение. Что, предложил? Это получается фейк, что ли? Потому что в социальных сетях пишут, что ты женился. Я просто разместил фотку, что, ну, с кольцами. Так. С кольцом помолвочным. Угу. И все. И написал, что она сказала да. И просто подписчики подумали, что уже все. А кто она-то? А что за фотка? Что там было? Кольцо, просто кольцо. Рука? Рука, да, с кольцом. Рука сказала да, получается. Ну, это надо начинать с руки, я согласен. Правильный выбор. Рука и Дима. Ты Диму, конечно, зря пихаешь. Он, кстати, живет со мной. Я хочу разобраться, что происходит вообще и с Владом, и со мной сейчас, потому что я не в курсе вообще. Дима мой оператор, он живет со мной. Слава богу, я уже так хорошо. Дима твой оператор. Да, и мы дружим. Вы снимаете свою жизнь. Да. И квартиру. Совместно. Совместно, но ты сделал предложение. Девушке. Девушке. Да. Ну все. А жить вы будете втроем. Пятером. Пятером. Там нужно разные рак. Что происходит, подожди. Ну, смотри, есть Дима. Он оператор. Есть Дима, он оператор. Дальше какая-то логика будет, но мы сейчас к ней придем. Есть подождите. Юля, это моя девушка, уже невеста. Есть Юля, моя девушка, невеста. У Юли есть двое детей. Так. Поэтому будем жить пятером.
я, Юля, двое детей и оператор. Все правильно. Давай двигаемся дальше, пожалуйста. Признавайся честно, воровал когда-нибудь идеи роликов? Воровал когда-нибудь идеи роликов? Ну-ка, давай-ка. А? Ага. Я считаю, что идеи не воруются, а взаимствуются. Да, да. Съели нам? Съели, да. Вкусно. Запишите себе в заметки. Каким ты себя представляешь через 10 лет продюсером блогеров или мэром родного города? Я думал стать президентом, но через 10 лет мне еще по возрасту я не смогу. Не хватает там 2 года. Президентом какой компании? Давай. Не хватает чуть-чуть IQ. Компании, которая будет продюсировать блогеров. А, кстати, вот у меня в эту тему как раз есть, я тебе хотел дальше задать несколько. Кем ты себя видишь? Через 10 лет каждые полгода собирать Лужники и с концертом или снять эксперимент на канал на 1 000 000 000 просмотров? Вот, допустим, такие цели. Какие лучше для тебя? Собирать Лужники. Собирать Лужники. Я обожаю, когда я аудиторию вижу вот в офлайн режиме. Угу. И когда я слышу, как они реагируют там, на мои слова, на мои песни. То есть мне больше нравится взаимодействовать с аудиторией как артисту с публикой на концерте, нежели через экран. Ну, понятно, потому что через экран все равно 1 000 000 000 просмотров, ну и что? Ну, получил. Ну, да. Это цифра. Ты посмотрел, вот. Ну, окей. Собаки. А когда ты каждых полгода собираешь Лужники, ты получаешь гораздо больше энергии. Через 10 лет снимать ролики для своего возраста, например, про то, как продлить потенцию, или стать многодетным отцом и снимать контент вместе с детьми? Стать многодетным отцом. А через 10 лет иметь 50 миллионов подписчиков или 50 миллионов долларов на счету? О, хороший вопрос. Это типа выбирай подписчики или деньги? Конечно. Ты понял правила, да? Конкретные цифры там тебе озвучили. 50 миллионов подписчиков, потому что такое количество подписчиков будет приносить неплохую прибыль, но при этом ты будешь оставаться со своей аудиторией. Браво. Вообще, брависсимо. Брависсимо. Дофига стоит реклама? Сколько в месяц зарабатываешь, если мерить в стасах? Что? Если мерить в стасах? В стасах. Мерить в стасах? Да. Вот я... Дай сюда, посчитаю. Есть... Не, мерить в стасах. Подожди, это как это? Мерить в стасах? Если мерить в стасах... Подожди, дофига стоит реклама? Вопрос, сколько в месяц зарабатываешь, если мерить в стасах? Ну, давай так, ты должен посмотреть на Стаса, предположить, сколько он зарабатывает, и поделить то, сколько ты зарабатываешь, на то, сколько ты предположил. И ты получишь исконный ответ. Да не, на самом деле, не люблю про деньги. Господи, ну, скажи 4, господи, что сложного? Мне хватает. Тут не про деньги, тут про Стасах, поэтому мы знаем, я один раз был в Беларуси, вот, кстати, я наврал, что первый раз у вас нашел, потому что был на локальном в белорусском ты шоу. Ты нам насоврал? Да. И мне задали там вопрос, сколько я зарабатываю. Я сказал, что я зарабатываю чуть больше среднестатистической зарплаты в Швейцарии. Что ты говоришь? Костян, начинается. Подожди, у него начинается. Средний статистический. Начинается. Аккуратно, сейчас начнет ходить. Больше, чем средняя зарплата в Швейцарии. И мне ровно через 2 дня позвонили из налоговой и сказали, могли бы вы приехать, декларацию заполнить, у вас там ошибки. Я приехал. Я после этого понял, что на телевидении, в интернете лучше не говорить, сколько ты зарабатываешь. Ну, хотя я все налоги плачу. А ты когда, кстати, про деньги начинаешь говорить, ты закидываешь ногу на ногу и начинаешь говорить вот так. Да, то есть я примерно могу предположить, сколько у тебя. А я могу предположить. Кошелек падает. А я примерно могу предположить тогда, чем ты зарабатываешь. Блогерство. Давай следующий вопрос. У тебя было такое, чтобы ты такой, все, больше не буду этим заниматься? Ну вот, кстати, да. Бывает такое, когда хочется перестать вообще всем заниматься. Так. В это время уезжаю куда-нибудь далеко-далеко. На природу, на рыбалку. Но ты любишь рыбалку? Да. Серьезно? Да. Фан? Ну, отдельные да. удочки, лодка да, у тебя есть? Да, да. Класс. Выезжаю, закидываю и просто тупо могу просидеть там 7 часов, о, смотря на поплавок. Ничего себе. Даже если ничего не словил. Даже если ты знаешь, что в этом озере нет рыбы. А чем просто, это, чтобы вот быть наедине с природой. А чем это ты закидываешься, что 7 часов можешь просидеть, глядя на поплавок?
Что это такое? Ну, поделись-ка мне, когда расскажешь. Это драники. Тоже так хочу. Драники. На 7 часов. Драники. Какие драники в Белоруссии? Закидываешься и 7 часов сидишь на поплывок, смотришь. Они просто жирные. Ну, ты жиром закинулся, и все, и ты сидишь. И через 7 часов, когда все переработалось, ты такой, о, наконец-то можно пойти. Красавчик. Вот мы узнали твое хобби. Влад Кобяков в гостях шоу «Ночной контакт». Раньше ты снимал контент для детей и подростков, но ты взрослеешь, твоя аудитория тоже взрослеет, поэтому давай проверим, готов ли ты пилить контент для взрослой аудитории. Погнали. Мы попросили наших подписчиков представить для тебя старперские челленджи, с которыми, по их мнению, справятся только взрослые. А если ты не справишься, то и наказания будут от наших подписчиков соответствующие. Давай. Итак, челлендж от наших подписчиков появляется на экране, и посмотрим, справится ли с этими челленджами наш сегодняшний гость Влад Кобяков. Поехали. Номер один. Некий Михаил. Пусть попробую за 30 секунд найти червя, только не у себя в штанах. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, лол. И если не сможет, пусть поцелует живую рыбу. Ага! У меня такое ощущение, что я сейчас где-то в Африке нахожусь. Слушай, ну я рыбак. Я думаю, с червями у тебя разговор сейчас будет на «ты». Итак, 30 секунд. Я засекаю, подожди, по моей команде ты должен найти червя. Если его нет, то наказание. 3, 2, 1, погнали. Погнали. Давай. 30 секунд. Только давай, не убей червя-то. Не... Осталось 20 секунд, Влад ищет червяка. А вы потом мне его покажете? Мало ли его тут нет. Так ты в одном месте ищешь-то, может, он здесь спрятался. Он как будто заклад, мало ли его нет. Ищет так вот. Давай найдем время, червя. Время. 23 секунды прошло, Влад по-прежнему не может найти червя. Вот нашел. Есть! И причем за 29 секунд Влад нашел червя. Нифига. Давай внимательно посмотрим на червя и поймем, классный ли это червь для рыбалки. Это червь из Чернобыля какой-то. Червь из Чернобыля. Ну, на крючок здорово было бы его? Ну, на акулу, да. Класс. Справился с заданием, Влад. Давайте поаплодируем. Очень здорово. Очень здорово. Забирайте, пожалуйста, червячка с его домом. Смотрим следующий челлендж, который прислал нам еще один наш подписчик. Пусть он скажет офигительный тост моему бате, чтобы тот его прям зауважал. А офигительный тост или нет, решит Пушкин. Я ему доверяю. Если тост будет без уважения, то пусть бахнет рюмку рассола с хреном. Представь, что ты сидишь за столом, Витин батя, у него юбилей, и ты должен, сука, говорит, слово предоставляется, ведущий, юбилей. Слово предоставляется уважаемому блогеру всея мира Владу Кобякову. И ты, спасибо. Что это за ведущий за 5000 рублей вообще? Да. А сколько твои услуги как ведущего стоят? Вот. Миллион Стасов, братан. Ну, просто уточняю, свадьба ж. А, ты хочешь меня пригласить на свадьбу? Как ведущего? Я не веду свадьбы. Я тогда тебя я просто приглашу. Я там бухаю. Все, давайте. Давай. Итак, Влад Кобяков. В камеру. Где камеру? Пока вон, видишь, машут тебе рукой. В камеру. Тост Вите. Витин батя. Хороший вы мужик. Как говорится, чтоб стоял и сердце билось. Всего вам хорошего. Но простоял мне понравился. По-моему, супер. Ну все, получается, я выиграл. Натан, ты отскочил. Это Костя решил. Не, я просто не хочу, чтобы он заблевал тут все. Следующий челлендж, который предлагают наши подписчики, смотрим. Пусть прикрутит стульчак к унитазу за минуту. Если не успеет, то пусть сядет потужиться и скажет в камеру, что только что сделал новый ролик. Стульчак, опа, нифига себе. Вот это, сюда, да? Ага. Это что за... Так, подожди, подождите. Это прикольный челлендж. Подождите, это что за проблема? Вот, извините меня. Подожди, вот сейчас мы узнаем, хозяйственный ли этот повар, когда культуролог. Когда не прикрученный стульчак был проблемой. Ты как будешь готов, значит, все, в принципе, очень просто. Это стульчак, это унитаз. Да. Понять бы, как он еще вот... ну вот, все понятно. Ты готов? Да. Минута пошла, Влад Кобяков собирает стульчак.
Давай, вон болты, давай, распаковывай, быстрее. Подожди, надо сначала сам встречать. Быстрее. Давай, быстрее, бро. Ладно, быстрее, я тебя прошу, умоляю. Давай, 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 давай. Давай, повар. Давай, давай. Тихо, тихо, тихо. Вот. Всем привет, друзья, это шоу «Ночной контакт». У нас сегодня в гостях Влад Кобяков. И сегодня он впервые соберет для вас и для нас с вами стульчак. Так. Что-то не... У тебя осталось 30 секунд. Ну так вон, болты, про... быстрее распаковывай их. Не по размеру, вот здесь вот. Нет, все по размеру, все четко. По-моему... Мне кажется. О, встал. Встало. Ну прикольно. Да, супер. 15 секунд накидываю тебе еще. Супер. Давай, 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 давай. 15 секунд, быстро, 15 быстро, быстро. Влад, у тебя есть шанс быстрее собрать. Нет. 10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1. Поехали снимать ролик. Все, поехали, все, снимаем ролик. Все прикручено. Давай, вот, погнали смотри. Делать контент, братан. Да садись. Вот, да ни хрена не вот. Я сейчас сяду на этот унитаз, у меня поедет все. Конечно. Брать, давай. Не-не, штаны снимать не надо, блин, просто ну, садись. Да, просто да было садись. Бы здорово. Давай. Ну, давай, снимай, давай, ты должен сказать в камеру. Так надо потужиться. Да, где так? И ну все, ролик готов. Ну все, ролик готов. Браво, аплодисменты, пожалуйста. Браво. Хорош. Хорош, красавчик. А ты ролик-то снял бы тоже. Давайте смотрим следующий челлендж. Александр пишет нам, каждый мужик должен уметь рубить головы курям. Курям. Каждый мужик должен уметь... Вы серьезно, что ли? Конечно. Пусть курим. Покажет, как правильно. Так. Вы что, реально, что ли? Конечно, реально. Я все понимаю, конечно. А, господи, я думал, сейчас живут. Так, стоп, это что за бутафория? Давайте мне курю нормальную, это не куря. А какое наказание? Никакого, но если ты хочешь, мы что-нибудь придумаем. Итак, мужик должен уметь рубить голову курям, пусть покажет, как правильно. Да, пусть покажет, как правильно надо делать. Итак, как правильно. Ага. Подожди, я отойду. Не, мало ли. Стас. Ты не переживай. Стас, наоборот. Не-не-не, подожди, я видел ваши ролики, я переживаю всегда, что вот там. Я 100 раз так делал уже. Да? Могу не глядя. Не глядя не надо, пожалуйста. Не глядя? Ну все. Все. Ты это корявый все. Просто, господи, не глядя. Господи, ты заставляешь курю мучиться. Слушай, ну ты сильный, кстати, парень, я так понимаю. Да, ну слушай, а куря-то не умерла. Куря страдает. Господи, все это время. Господи. А мы сейчас будем какой-то свой тут рыцарь Артур снимать. Да. Че, подожди. Да. Можешь в спортзал ну, походить, я просто серьезно тебе говорю. А вот и наказание, кстати, вытащить топор. Доставай. Господи, ребята, если б я слушал это просто и не видел, что вы делаете. Слушай, доставай. Это реально, я... Подожди. Есть. Ну, дорубить-то надо. Аккуратно. Только глядя, давай глядя. Глядя. Давай. Два. Два, три. Ну, наконец-то, блин. На этой клевой ноте я хочу сказать огромное спасибо, что сегодня к нам в гости. А кому я хочу сказать огромное спасибо? Огромное спасибо Косте Пушкину, что он настоял на том, чтобы к нам сегодня в гости пришел Влад Кобяков, популярный блогер. Братья, спасибо тебе огромное, спасибо что тебе, ты Костя. Сегодня пришел к нам. Аплодисменты ему. Владис, приятно было с тобой ближе познакомиться. Я тебе желаю творческих успехов, удачи, рви. Дальше иди к поставленной задаче, к поставленной цели. Если есть что-то сказать, скажи вот в камеру. Спасибо вам за просмотр, подписчики. До новых встреч. Пока-пока. Поаплодируйте нам, потому что шоу «Ночной контакт» уходит на небольшой перерыв. Мы вам желаем хорошего лета, позитивного лета, море солнца. И, пожалуйста, загорайте, но только не сгорите, чтобы у вас все было красиво. Все, это шоу «Ночной контакт». Увидимся с вами совсем скоро. Пока.